Всем привет! В этом видео вы узнаете о новом персонаже, который появится в Геншине уже совсем скоро. Всем приятного просмотра! Дело в том, что в обновлении 3.4, которое выйдет уже 18 января, на празднике морских фонарей разработчики планируют показать нам нового персонажа, а именно Хранителя облаков в человеческом облике. Вот так она выглядит с очками и без них. Судя по ее одежде, она анемо-персонаж и, видимо, пятизвездочный. Но, к сожалению, ее покажут только в кат-сцене, то есть игровую модельку мы пока что не увидим, а ее релиз, скорее всего, будет не раньше следующего праздника морских фонарей. Кстати, вступайте в наш телеграм, чтобы узнавать о новых персонажах и свежие промокоды первее всех, ссылка в описании. На превью видео показана Фухуа, так как она является ее прототипом. Вот ее точное изображение, как она выглядит в катсцене игры. А на заднем плане вы можете увидеть Гуй Джун, богиню пыли, о которой мы узнаем из задания легенд Джун Ли. К сожалению, она мертва и игровой никогда не станет. Видимо, у разработчиков есть скрытая пристрастие убивать миленьких персонажей. Кроме этих двух персонажей, также показали и молодую мадам Пин. Помните это изображение с прошлого праздника морских фонарей? Так вот, она вернулась снова, только на этот раз нам ее показали поближе. Видимо, у нее было какое-то противостояние с Гуй Джун. Напишите в комментариях, кто из показанных персонажей вам понравился. Ну, а на этом у меня все. Подписывайтесь на канал и всем пока!